Против Олимпиакоса. Андре Пирло у мяча, и он исполняет штрафной. Ой-ой-ой, вот это удар. Вот Андре Пирло 1-0. Ювентус выходит вперед. Я вспоминал гол Мараты в ворота Эмполи в прошлом туре, но также там и отличился Андреа Пирло. Шикарный удар, если не получается вскрыть оборону и скрыть ворота Олимпиакос с игры, то на помощь приходит стандарт, и неуведомым ударом через стенку Пирло отправляет мяч.